то есть работа с текстом и цветом. Сегодня мы создадим логотип Google в 3D с использованием инструмента текст и цвет. Создаем первую букву G. Она синим цветом, поэтому цвет не будем менять, просто немножко поменяем ее расположение по оси X. Добавим цвет темно-синий. А следующую букву посмотрим, она у нас буква O. Добавляем букву O, создаем, выбираем цвет из цветового круга, это у нас красный цвет, насыщенный красный. Следующая буква O у нас желтого цвета, мы можем увидеть на логотипе. Далее добавить текст. Буква O, создать цвет желтый, насыщенный. Перемещаем букву O и добавляем следующую букву, буква L, букву G, тоже синим цветом она у нас отрисовывается. Пишем G, создаем, задаем цвет из палитры темно-синий, перемещаем с помощью маркера. Далее у нас следует буква L, темно-зеленым цветом. Соответственно, добавляем текст, пишем букву L, создаем, перемещаем букву L, изменяем цвет, выбираем цветовой круг из палитры темно-зеленый, перемещаем букву L, смотрим на логотип. Последняя буква у нас И. И красная. Добавляем текст. Пишем букву И, создать. Перемещаем с помощью маркеров букву И, задаем цвет из цветового круга яркий красный. Смотрим на логотип. Чего-то не хватает, конечно. Последняя буква И немножко с наклоном. Соответственно, с помощью инструмента задать угол, мы изменяем угол наклона буквы И на 30 градусов. Таким образом у нас получился логотип Google. Однако можно увидеть, что буквы не центрованные, и это нужно выровнять с помощью маркеров, просто снять выделение с ненужных букв и поправить позицию той буквы, которую нам нужно выровнять. Центровали на 0, с помощью маркеров подвинули, посмотрели. Вот наш логотип.